Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Злой Сурун и Драйвер 51 Рус. Сегодня мы Снайпер Элит 3 немножко колбаснем в совместное прохождение. Всем привет. Привет, сейчас Паша. У нас идет война. Да. Блин, звук надо было, наверное, потише сделать. Ну ладно, ребята, за звук, если что. Подожди меня маленько, подожди. Тут ничего не валяется. Надо тут, наверное, по нычкам пошуршать что-нибудь. Ежатое время. Ух ты! Слышь, когда вот правой кнопкой на прицел нажимаешь, еще букву Е нажимаешь, он вообще там так прицеливается жестко. Видно. За это самое. Ух ты, идет. Куда пошел ты? Надо прячься здесь сверху, давай. Ой, я вижу одного. Сейчас я ему в банту закачу. Вкусняшку. Опа. Один готов. Я одного послал. Я не знаю, не того же? Не, я другого. Все, есть контакт. Ох, я ему черепушку вскрыл, Паша. Жесть. Вот это зверь. Все, напрочь уничтожил. Так, чтобы посмотреть задание. Так, задание. Так, еще где-то тысяч. А сколько их было-то? Два? Раз. Двое, да, было. А, третий еще есть. Третий? Да. Ты вот смотри, прицелься на этот. Правой кнопкой у тебя, да, просто кружочек прицел. И еще букву Е нажимай. И он так сужает, красненький такой ромбик. Вон наверху прямо. Правее вот на сопочке, где дым идет. Голову Е нажимай и в череп. Полетела пулька. Е. Жмешь, нет? Я не могу попасть, я шмаляю. Так нет, ты Е нажми. У тебя идет там прицел? Да. О, все, попал. И я ему еще вдогонку. Я ему в руку. Через руку, ну. Так, сейчас должны эти зенитчики приехать. Вот в бак стрелять в машине. Там под машиной где-то. Где машина? А где она? А, вон она за сопкой. Пошли вниз. Заодно патрончиков надо эркой перезарядиться и взять тут патрончиков. Р удерживай. Патроны. Вот они, Р. Все взял. Ух ты, стреляет Б, чтоб. О, тут еще Б в бинокль посмотреть можно. В бак, Паша. А, блин. Не могу попасть. Может, присесть надо? Во! Во, попал! Развалили. Гансов. Жестко. Все, гансы геройски погибли. Ох, упал я. Ты упал? Да, я тоже упал. Короче, мы вместе упали. Так, патронов надо патронов. Все, можно другое оружие брать. Так, через куда? Автомат. Ладно, пойдем. Автоматом. А где мы уходили, ё-моё? А, вот сюда. На где пробил, на месте залез. М что? О, вот тут. Ч
что тут есть же пистолеты с глушителями, да? Насчет глушителей не знаю, но пистолет точно есть. Так он может с глушаком. Давай, давай попробуем. Да, походу с глушаком. Готов. Хату спалил. Так, С. Так, тогда я беру автомат. А, просто колесиком автомат берется. Ну. О, обыскать труп можно, смотри. Слушай, я у него забрал гранату. Ух! Подожди, отступай, если что. Где они? Ай-яй-яй! Тут какой-то радист какой-то у меня что-то там пипиукает. А ну-ка подожди, подойди ко мне, Диман, а? Подойди. Тебя спасти надо? Да, меня, наверное, спасти надо. Что с тобой надо делать? Не знаю, наели, или что там. А, удерживать пробел. Да-да-да, вот. О, я тебя спас, все. Геройски спас тебя. Так, надо патрончики. Вон еще что валяется. Динамит. О, динамит. Куда его заложить? Ну-ка, давай заложим зенитку. О, Паша, убегай, что-то я сделал не то. Ох ты, все, у меня кровотечение, спасай меня. Ё-моё, сами себя завалили. Сейчас, подожди, надо автомат взять, перезарядиться, тут ганцы. Ты где? Все, зарядился. Пошли, тут есть ганцы. Вон же он стоит, зараза, нет? Блин, чё он просто так не прыгает, не подпрыгивает, как бы глянуть одним глазом-то. Ага. Ну и чё, не видел никого? Один в этой будке тут стоит. Вот в этом домике, в палатке. Сейчас я подожди, возьму этот пекарь. Где пекарь-то? Паша, они тут! Вот идет! Я патронов нет! Бери их автомат! Ты куда его понес-то? Я зачем-то его схватил. А как его автомат здесь? Р патрон. О, у меня патроны кончаются. Подожди, сейчас я с винтовки ему жахну. А, я его жестко завалил. Взял? Блин, взял? Р. Не берет. Ну-ка. Пробел. Может встать надо? А кто? Автомата его уже нету. Куда ты его понес? Сейчас подожди, тут какой-то был. В домике. В домике никого нету. Там автомат, вон чего того валяется, Паша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где он? Кого сейчас? Где гранату взять, ё-моё? О, а гранату он еще не берет, слышь? Сейчас винтаря его воткну в жбан. Ох ты, мимо. Еее. Где тут валялся? У него должен быть какой-то автоматик. Зэ, что делать надо? Блин. Тут я отстреливаю, что-то. Все, я тебе помогу. Выстрел в сердце.
Слушай, я у них уже наверху тут. Ой, я взял патроны к автомату. Ёкарный бабай. Все нормально, я его победил. Когда еще ган скрался. Как? Что-то мы потерялись с тобой, по-моему. Я на ушку залез на какую-то, не пойму. Е-мое, слазь. Да ёлки-палки, не хочет слазить. О. На вышке, короче, ничего нету. Путного. З. Обыскать труп. Бинт. Ты их обыскиваешь, нет, Паш? Не могу вообще такое найти. Ну, к нему подходишь, к мертвому Гансу. И З по карманам. Чук-чук-чук. По шурум-бурумкам. О, что-то еще было. Что такое? Нажмите пробел для чего? Капец, короче. А, перелезь. Блин. Беда. Тут патроны. Взял? Не? Да, взял. Вон еще какая-то балда. О, аптечку взял. В этом у тебя в ящике не смотрел в этом? Аптечка. Нет, была. Еще. Вот тут я стою. А на вышку не лазил? Нет. О, труп обыскать. Оп. Ничего не найдено. Ты его уже проверил, что ли? А как ты обыскиваешь, начал? Буква З. А, З. А, вот обыскиваю труп. Я не знаю, что два патрона нашел. Куда его? Куда его? Куда его надо деть? О, слушай, тут какая-то еще винтовка, или это твоя? Куда его? Врача! Ой, блядь, муха. Так, слушай, а тут еще бин. О, тут патроны были. А тебе тоже будут интересны патроны? Винтарь стоит. Нет патронов. Нет. Обнаружена снайперская винтовка. Что-то. И что сделать надо? Я что-то тут выломал доску какую-то. Слушай, винтовка обнаружена. А что, как ее забрать? Не забирает. А как почему? Взорвать это? Да вот динамит же какой-то у нас был, который мы использовали не туда, куда надо. Ой, это что было? Я пока не стабилизировался. Может, рацию надо сломать? Что-то не помогло, походу. Ну да, пистолет с глушителем. Чего? Пистолет с глушителем. А, ну да. Так, а что, может, дальше уже нам двигаться? Да мы не должны тут подорвать эти минометы. Ну, побежали, что? Там, посмотри, может, вот что-то еще добралось по ходу дела. Че, пустой ствол. Ну, патронов вообще нет. Так, а ты к автоматике-то подбегай к ним. Я подбегаю, там вообще патронов-то по 5, по 10. О, слушай, вот. Что нашел? Бинты какие-то нашел. Тут что? Нет, ничего? Нет. Патроны не добавились тебе? Нет.
Голяк. У-у-у, немцы, ё-моё. Где? Вот. Ой, еще один. На-ка тебе. О, самолет. На-ка, это нам, да? Или нам тут что-то освободили? Иди, собирай у них эти патроны. Пошел. Собирает? О, взял. Ну, 6 патронов я с него собрал. Ну так тут еще двое с автоматами. Иди быстрее, автоматы собирай. Потому что наших патронов тут, наверное, не собрать будет. И вон там еще дальше справа валяется, смотри. А ты это еще так? Вон еще, вон дальше валяется. Где? Вон где пушка эта, миномет где стоит. Вот то что. Патронов. Все, ящиков никаких нету. А на что у тебя оптический прицел? Правой кнопкой мыши, а потом еще Е нажимаешь. Попробуй, правой кнопкой мыши и Е. Вот которая рядом с W. Блин, у меня оптики нету. Так ты с автоматом, потому что. Винтовку-то возьми. Логично. Колесиком берется оружие. И правой кнопкой около WE, которая английская. Красненький ромбик появляется. Да. А? Ну сначала просто. Подожди, сейчас будет появляться. Сначала просто прицел. Потом Е появляется ромбик. Нету? Да, все появляется. Такой красненький маленький и уменьшается, да? Да. О, ну все тогда. Так, что, куда нам теперь дергать-то? Нам надо куда-то А, что-то бомба же где-то упала. Что-то сломало, наверное, проход какой-то. Вот как раз сюда, наверное. Точно, да, он показывает он это расстояние. О, черт, побей, я в какую-то западню свалился. О, слушай. О, все, мы куда-то вышли. Враги, канал выпали. Вардхундер тут летит. Слышишь? Самолетики, Вардхандер. Ой, и World of Tanks приехал. Это что такое? Мы попали в Африку. Африка, да. Может, это наши были танки? Сейчас поглядим. Я, о, честно говоря, ничего не понял. Ну, все нормально, значит. Бонус стрелка какой-то. Коллекционные карты мне дали какой-то, слушай. Снайперская позиция. Бесшумно убить 8 врагов. Не получилось. Продолжить, да? Задание выполнено. Или у тебя там продолжить, да? Что происходит? Все, готов. Мы потеряли Таброк. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном. Гранаты есть, Гитлера, как их использовать? Который был направлен в Африку. Сейчас найдем. Мы же как-то уже кидали. Их агент в окружении Валена молчит. Давай, но может, перекур 5 минут. И они хотят узнать причину. Сейчас, подожди, заставка мой пройдет, я этот видос торбалну. Оазис Габерон, транспортный узел оси. Через него проходят отряды. Ну иди пока кури. Я на паузу нажму, потом сбегаю покурю. Мой союзник темнота. В этом районе несколько офицеров. Отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов. Как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Так, готов, да, мне нажимать? Готов. Все. Злой слон драйвер 51. Продолжают идти в бой. Если звук там ребята не успели поправить, ничего страшного.
О-о-о. Тут какой-то жестяк. Тут их будет много, наверное. Целая база повстанцев небесских. Да. Тут будет, походу, непросто. Да. Мы-то откуда? Сверху пойдем. О, блин, мы на горушке. О, это Ганс. Слушай, а как его завалить по-тихому? Его как-то по-тихому можно грохнуть. Там кнопочка, наверное, какая-то есть. Ножом. Нет? Есть? Подожди. Дай-ка я попробую. У меня там кнопки нормально вроде, нет? Блин, Паша! Глушняк, мочи его, мочи! И все, короче, пипец. По-тихому не получилось. О, слушай, что-то он говорит там. Или там другой какой-то. Ты его застрелил или я? А, это эти мухи. Да, на газу это что это такое? Что за керосинка? Так, а как их надо как-то снимать? Дальних, наверное, снимать надо. Б, чтобы посмотреть бинокль. Так, Б. Где Б? Вот уже их гасишь, что ли? И Паша. Ты уже шороху тут навел. Я по хардкору его. Блин, я ему прям в глаз всадил. Так, одного я на вышке снял. Так, какой-то тут внизу у костра был товарищ. Ты его не грохнул? Нет. Не спускайся, вон внизу сидит один. Прикрывай, я пошел. Да куда, подожди, Паша? Дыхалки не хватает. Прикрывай! Yeah. О, готов. Так. Ну, здесь чего, чувак тоже. Вон, еще есть. Все, снял его. Кое-как как-то снял. На шарик-то. Даже пулька не полетела никуда. Так, перезарядите срочно. О, еще внизу один. Вижу. Ох, два там. Ё-моё. О, так. Костер улетел. Паша, тут еще где-то. Вон еще один был тут, справа. Ты меня видишь, да? Да, в здании был справа. Патроны собирает автоматов. Вон впереди лежит, впереди же лежит. Где-то стреляют, подожди, откуда-то. Ой, там мухи. Да блин, у меня еще это не кончилось, пушка. Так ты патроны-то... Вот он сзади! Сзади, Паша! Вали его! Да я не могу, за углом, но... Все, готов. Может, тачку там бабахнуть сразу? По улице один бегает. Вижу. Ушел. Блин, я пробелом-то не могу перепрыгнуть. Да ё-моё, вставай уже. Ещё там где-то в здании. От машины справа. А, сейчас, секунду. О, ещё за палатками сейчас выйдет там со стороны машины. Где-то за палаткой. Вон он. За палаткой, Паша. Сейчас я его попробую снять. Куда-то он делся. Вон он. Палатка-то ничего не проверял? Нет. Вот надо было пошарить. Вот он. Готов. Ох ты, зараза, снайпер он наверху.
старайся вот. Ушел. Пошел штурмуй на него. О, еще одного снял. Блин, я вообще не вижу, где они тут есть все. А, вот это и был снайпер, короче. Где-то еще снайпер. Ё-моё, ищи давай. Ты где там? Я на вышку забрался, сейчас он начинает слеживать. Как-то беспонтово получается все. Где-то они... Вон они, вон они. Сейчас я помогу, подожди. А, прям в задницу одному воткнул. Присел, зараза. По мне ведут огонь. Да я понял уже, Паша. Сейчас я пойду к ним. Меня позицию ухожу. Опять попали. Это не немцы, это какие-то вообще чурбаны. Ты хоть обыскиваешь тут немножко их? Вообще не обыскиваю. Так посмотри, у кого-нибудь там что-нибудь нарежь. Ах, патроны кончились. Так собирай, собирай патроны, ты где? Ох, ого. Чувака взорвало. Ты ему в гранату попал, что ли? Вон, иди собирай, вон справа автомат валяется. И вон справа чувак еще. Ничего не найдено. Смысл их обыскивать? Нет, я вон насобирал у них что-то. Помаленечку-то. Побежали наверх. Один бин нашел. Ну, один и то хорошо. Как мне... О. А как мне использовать бин? Не знаю. Не понимаю. Походу такие рога сказать ни о чем. На F. Если я прыгну, я упаду. А он и не прыгает туда. Патроны наверху тут собирал. Нет. Лоп, гранату ему. Бот. Нашел, как запихнуть ему? А? Гранату как кидать. Да, на F кидается. Блин, надо мне этот гансовский автомат нарыть. Так ганса сиротский, ничего нету. Да ёшкин дрын. Тут нету гансовского автомата.
черт тебя дери. Уходим, засада, уходим, уходим. Пипец, и мне походу конец. Сзади. Все, трындец, короче. Давай загрузить последнее сохранение. Давай. Засада там была, видал, сколько их там было? Мама, не горюй. Так, давай сразу автоматы немецкие менять. Ой, я гранат случайно кинул. А ты чем их кидаешь-то? На вон газовский автомат нужен? Нужен тебе автомат немецкий? Да, давай. Вот, вот валяется. За прямо. Вот. Вот, вот, вот. Вон два патрона. Да у меня тоже он 4. Р перезарядится. Побегать надо, может найдем что. Ящики-то должны быть. Вон ящик, наверное, какой-то, нет? Или в палатках где-то остался. Вот тут трупешники внизу лежат. Во-во-во, какие-то магазины. Это не для нас, да? Ну да. Для ганцев. Для ганцев, ну. Во, ганс, 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 ганс. Сейчас я его, подожди. Вали его. Есть. Вот надо с него патрончики-то пойти сдоить там. Видишь, вон у него валяются патроны. Иди бери. Так, в палатке глушняк, ничего нету. Не взял? Да я что-то не могу найти. Вот он. А вот он. Взял. Все, подожди, вот их там, вон там их много, справа. Они оттуда и пришли, гады все. Вот-вот они откуда, отсюда понабежали. А нельзя обойти? По воде никак, да? Вон там пролезть можно через дырочку. Лёжа. Волган. Да блин, я встать не могу. Готов. Так, как бы нам не пришлось дергать отсюда по-пырому. Давай, может, налево побежали. О, нас тут и убили. Все. Ох, я успел. Ох, наверху еще один. Вот этого, да, наверху снимай. Я даже не понял. Ой-ой-ой, кто-то убивает нас. Сейчас их тут понабежит, Паша, походу. Давай-ка, может, назад. И этот сверху. Ох, сколько их-то, мама, не горюй. Все, уходим, 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 уходим. Блин, еле убежал. Давай бегом сюда. О, ганцы. Давай, может, тут где-то можно подняться наверх, наверное. Да что ты, что он не прыгает-то, ё-моё. Там наверху это так и сидит, наверное, зараза. Давай левее к стене возьмем. Вот там же есть наверху где-то проход. Мы его протапливаем. Нифига их тут народу. Где ты их нашел-то, где они? Наверху снизу. Вон сверху сидит. Они по верхам все сидят. Да и. Да как я попасть не могу, что за бред? Ой, все, мне конец, походу. Паша, отступаем опять, отступаем. Давай назад сейчас зайдем там сверху. Ты же. Пойдем, все, пойдем. Не попал.
Как ты говоришь, гранаты кидать? На Q, короче, выбираешь и на F кидаешь. А, кровотечение у меня, Паша! Иду за тобой. А чем тут можно полечиться-то? Мне тебя поднять надо. Всё, отступай нафиг, пресс, у меня пресс, патронов пресс. Нету. Побежали, побежали. Побежали назад, сейчас пойдем верхом обходить. Сейчас тебя там застрелят. Застреляют. Нормально, все, все под контролем. Давай я верхом попробую сейчас обойти. А, вот тут есть же проход. Я нашел. Отступай назад и вправо будет тут проход. Есть. Ого, я побежал. Как электроник, ё-моё. Я зашел наверх. О, Паша, так чё мы внизу-то, я не пойму. Тут сверху просто супер-пупер позиция. Все, я всех снял. Заходи наверх, надо было поверху идти, сверху тут поливать. Да ёшкин дрын. Ганса не могу никак обыскать. Заходи сюда, ты где? Блин, ты уже там. Надо было тачки развалить. Тачки надо было развалить. Во, за машиной, Паша. Со стороны морды. Ещё один готов. Смотри, он тут за машиной прямо. Сейчас, подожди, обойду верхом. Готов. Снял его? Да. О, граната какая-то лежит. Перезарядиться. Что-то они тут где-то... О, вот они, парни. Сейчас я вам делаю. Да, ты фантастиш. О, еще... А вот я им нарезаю, заслушай. Сверху, чё ты не пошел сверху? Иди сюда, они тут как... А то есть все ништяк у меня внизу. Как упыри тут сидят сверху, за тобой следят, я им сзади навяливаю. Меня даже никто не видит. Я уже тут какими-то чигирями уже шпарю. Ой, перепрыгивает он, смотри-ка. Кто видит, тот сразу умирает. Геройски. Или так, как последняя фашистская гадость. Да, вот именно так. Сейчас я помогу, подожди, Паша. Есть. Готовы. Оба. Вон еще там у тебя целая коляска. Где ты их там собираешь, я не пойму. Бегут, да, я вижу. Я уже до цели дошел. Догоняй. Он где-то тут рядом, вот он. Кровотечение, блин. Блин, сейчас подожди, как... Паша. Бегу, брат. Я убил. Прикрой. Отстреливаюсь, как могу. Что делать-то с тобой надо, блин, пробел. Пробел. Все, вот этот чувак был наша цель, короче, я его завалил. За стену прячься. А я им прикурю. Блин, а тебе что ли воткнул? На, ты... О, троих сразу. Вот он там
утащил там кому-то душевно. Пойдем хоть там что-нибудь пошарим, там патроны пособираем. Сейчас я керосину устрою. Что тут за палатка? Что-то в палатках ничего нету. А хотелось бы. Ты-то где? А, ты тут. Ты чё там? Подожди меня! Да я тут по этим, по сусекам. Вон там справа где-то есть. За камнями. Тачку надо разломать. Блин. Ай, уходи, уходи, я гранату! А ты че за тело-то таскаешь с собой? Я тут с концом таскаюсь. Все, мне надоело. Делать-то надо. Ты чё там? Чё у тебя тут? За костёр. Ты костёр, ну разве? Патроны кончаются. Блин, у меня патроны кончаются. Ой, ганцы, они уже сзади, слышь, Паша. Пойдем вперед, пойдем за мной. Так подожди, сзади там надо завалить этого. Пойдем. Какой-то гансила бегает. Растяжку какую-то взял я, слышь. Что говоришь? Растяжку надыбал какую-то. Да. Ох, их там много, а. А я тебе про чё? Все, я погибаю. Что делать? Я тоже. Давай, загружайся. Давай перекур. Давай паузу. Давай 5 минут перекур. Надо нам как-то кучнее идти. Ну да. Ого, у меня тут машина взорвалась, ё-моё. Я с трупом тут скажусь. Слушай, я тут у какого-то... Целая машина приехала, Паша. Ух ты, я одним выстрелом двоих завалю. Не, одного я завалю. Да? Ага. Надо быстрее обыскать их. Вон еще свет. Так собирай. Стена где-то.
Какой ты быстрый. Так, а у нас что-то там сзади 80 метров. Это что такое? А, мы не взорвали тачку. Да как я попасть-то не могу, что за бредеть? Не могу попасть. Ты где? Меня уронили, подними меня. Бегу, бегу. Убивают. Зрение там сейчас справа пойду. Патрон кончается. Здесь патрон может. Да ё-моё, я не могу попасть на вас. Ох ты, сколько их там, Паша, назад, 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 Паша! Справа где-то. С вышки, с вышки. Патроны кончились, ё-моё. Где вышка-то? Я убит, Паша! Паша, помогай! Иду. Иду, несусь вообще просто. Короче, 46, 44. У меня патронов нету вообще, я с пистолетом. Хоть что-то тут поднадыбаться, ничего никак. Ой-ой-ой! Да ёлы-палы, с этой пукалкой с пекаля вообще не попасть. Меня прям перед тобой убили. Я пекаль какой-то модный уже ты где-то нарыл. Я наверху. Пистолет. Там тебя шмаляет кто-то. Уходи, уползай туда. Уползай. Дай-ка я сбегу, может автоматы. Ползай, ползай, там они еще есть. Блин, у меня патронов, 8 патронов в автомате, все, больше ничего нету. Надо эту машину взорвать, на. Блин, промахнулся, Акелла промахнулся. О, все, есть. Где патроны-то брать? Да я не знаю, где-то надо порыскать тут, побегать. Где-то что-то должно валяться, наверное. О, обыскать надо. Вон звездочка, 150 метров, вон туда. Так это к этим. О, я 20 чего-то нашел. Пойдем туда, нам. Чего нам туда. 20?
О, винтовку. Ты их обыскивай, я 12 патронов для винтовки нашел. Только что нашел 12 патронов для инвентаря. У этого ничего нет. Ну тех надо посмотреть, которые там валяются. Которых тут-то гасили. Под огнем были. Ну-ка. Тоже ничего нету. Тут чуть где-то валялся один. Ты там уже кого колбачишь-то? Я тут троих сразу заколбасил. На вышке, может, патроны есть. Блин, их четверо было. А, такой вообще. Почему я в воду не могу зайти? Че за фигня? Ну это же не GTA. Ты, блин. Меня уронили. О! Бегу, бегу, бегу. Убил да. его. Блин, Паша, что-то у меня бежит плохо. Догоняй меня! Да бегу, бегу! Ты где тут назад ушел, что ли, не пойму. Да? Да, да, да. Там вот звездочка на карте, нам туда. Я вижу, 100 с чем-то еще метров осталось для тебя. А, 29. Не добегу я. Вот ты дал-то. Добежишь, добежишь, добежишь. Вон это я вижу. Еще 20. Да он скорость то, то добавляет, то сбрасывает. Стоим на звездочку. Давай, обыскивай, обыскивай. Тут, короче, все в трупах. О, гранату нашел. Вон, еще две было. О, блин, тут целая машина приехала. Еще и свистят сволочи, да? Такие. Такие забавные. О, бинт нашел. Штурманем. А где они? Подожди, вот свет горит, наверное, на вышке. Что, по воде ходить не может, это вообще это. Ну это, конечно, да, плохо. Меня прямо расстраивает. Вот тут их, наверное, куча просто кучная. Давай тут, может, с краешку обойдем. На вышку, может, пошли залезем. Вот машина, походу. Подожди, я сейчас на вышку поднимусь. Непонятно. Че слушай. Делать? Я, короче, приманкой играю. Роль приманки. Эй! О, на вышке были патроны. А для чего? Фрицы, вы где? Так нам, нам на звездочку надо, Паша. А где звездочка? Вон, посмотри на карте. Звездочка 300 с чем-то метров офицер там какой-то. Пойдем я за тобой. У меня нету против звездочки. Как нету? Должна быть. Вон нет. Она справа. Нету. Вот тачку не взорвали. О, гараж развалили. Вон прямо, видишь, звездочка у тебя есть? И написано нет, офицер. Нет. Так а мы их там не колбасили разве? Мы ж там были. Я убивал здесь офицера. О! Стопы. Что тут? Точка доступа Wi-Fi тут. Обыскивай.
Вот точно. Танки, танки, Паша. Бронемашина. Она от нас уходит. Да? Слушай, а вот тут не было патронов? Опа! Жив! Блин! Ты где? Я сам себя взорвал. Я думаю, что ты так лежит такой. Давай, давай, в здание, в здание, в здание. Вот засада, слушай там. Едет БМПшка к нам какая-то. Давай я сейчас пойду, откуда сейчас попробую без засады срочно залезть. Гранаты ему стебану их разок. Где наверху не видно. Вам пофиг, да? Да ёшкин дрын, не те кнопки нажал, ё-моё! Чё, она проехала где-то дальше? Ушёл, походу. Давай, загрузи последнюю. Вот, чё-то мы его просрали, походу. Я гранату кинул, да чё-то рано взорвалось. А, вон офицер там в этом, в танке едет. Нам, короче, как-то надо их причесать. Жалко, нельзя машину поперек поставить, да? Это можно противотанки... противотанковые мины поставить. У тебя есть? Одна, два. Едут, едут, Паша. Все, поставим. Сейчас я встану сюда, гранатой попробую зафигарить. Где? Тут рядом со мной уже, 60 метров. Едут. Во, едут. Ох, они стреляют там жестко. Есть! Попался он на мой мин. Готов. Что делаем-то? Вперед. Он, наверное, конец миссии, наверное. Походу. Я пробрался через обломки, чтобы обыскать труп. И что в награду? Лишь два слова. Сейчас я заставку про это прогляжу и вырублю уже тогда этот видос. Да. Вон достижение, книжку какую-то дали. Ой, и дали еще мне звание какое-то. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал. Вступайте в наши группы. Смотрите видео, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.